Ангелина, мне 16 лет. В детском доме я нахожусь совершенно совсем недавно, меньше половины года, то есть февраля месяца. Я приехала на проект «Есть дело», чтобы попробовать себя в роли кинолога. Мне нравится работать с собаками. Собаки – это милые существа, с которыми весело проводишь время. Также я хочу помогать народу, например, обезвреживать противников. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Ангелина, мне 16. Очень приятно. Меня зовут Анна Сергеевна. Я старший инспектор кинологической группы ОМВД России по городу Уссурийску. Сегодня я буду вас знакомить со службой кинологической. Сейчас я проведу тебя к нашим четвероногим друзьям, покажу, как они живут. Собака у тебя на поводке, зовут ее Мафия, ей полгода, обучаться она будет на общий курс дрессировки и по следовой работе. Сейчас мы с тобой, с Мафией, будем учиться отрабатывать команду рядом. В руке у меня находится корм, вкусняшка, подаем команду один раз собаке рядом и начинаем движение. О, показывай и начинайте рядом. Движение. Вот так вот. Ну-ка, сидеть. Рядом. Пошли. Сейчас я тебе покажу, как отрабатывается команда лежать. Опять же, мы берем вкусняшку, подаем команду. Мафия. Мафь. Лежать. Положили. Похвалили. Молодец. Хорошо. Поднимаешься. Ай, молодец, хвалишь собаку, она хорошая. Можешь дать ей мячик поиграться. Берешь за веревочку, да, вот и говоришь, опортик. Сейчас с тобой мы прошли общий курс послушания, попробовали позаниматься. Теперь мы попробуем позаниматься следовой работой. Я буду убегать, вы меня будете искать по следу. Объясню. Я ухожу, здесь вот будет начало. Ты собаке показываешь точку и говоришь след, команду. Ну и попробуйте найти меня. Чтобы меня было легче найти, я вам оставлю свою вещь. Ангелина, ну на сегодня мы наше занятие заканчиваем. Вы замечательно справились, у вас все хорошо получается. Вот. Рады будем видеть вас на службе. Сейчас мы вам покажем, как работают взрослые собаки. Продемонстрируем выборку вещи. Собака занюхает твой сотовый телефон. По твоему запаху с сотового телефона она найдет твой клатч. Проверяем? Тебе понравилось сегодня? Да, мне очень понравилось. Ты готова в будущем рассмотреть возможность поступить, учиться? Я уже сейчас серьезно задумываюсь о этой профессии. Какое училище нужно поступить, чтобы работать кинологом? Обучение у нас проводят в ПГСХ. Курсы кинологические есть, где обучаются кинологи гражданские. И при каждой системе МВД, ГУСИН, таможенная служба, пограничные войска, в каждой службе имеются свои кинологические центры, где также обучают будущих кинологов.
Ну, сегодня в гостях у нас была Ангелина. Думаю, что она справилась с поставленной перед ней задачами по занятиям с собачкой. Ну и в дальнейшем, возможно, Ангелина придет, выберет все-таки специальность кинолога. Мне очень понравилось общение с собаками, это было незабываемо. Я думаю, впечатлений мне хватит на всю оставшуюся жизнь. Мне очень понравилась эта профессия, и я надеюсь, что мне хватит знаний и сил поступить на эту профессию.